друзья, все верно. Мы прямо сейчас смотрим на свои отражения в блоках. Сегодня я пригласил своего друга и скинул ему один очень интересный мод. Но заранее я специально его переименовал, чтобы друг не догадался о том, что этот мод делает. Он и ожидать не мог того, что в итоге увидел. Все было под предлогом того, что я нашел какой-то очень странный дом. И весь ролик он пытался понять, что вообще происходит. А вместе с ним будете пытаться понимать и вы. Надеюсь, то, что ваш мозг не взорвется. Ну а если мы наберем под этим роликом 100 тысяч лайков, то я сделаю еще что-нибудь интересное с этим модом, где в конце концов мозг-то все-таки взорвется. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые, а я уверен, вы здесь наверняка впервые. Приятного просмотра! Ну что, Каки, добро пожаловать в Сити 17. Да нет, на самом деле, мою деревню. Я-то думал уже монтировку себе искать, а это твоя деревня, да? Да, это моя деревня, смотри, я здесь неплохо расположился, прямо на окраине такого гигантского океана, сейчас ты увидишь. Вот, ну в принципе, это не океан, это море, скорее всего, какое-то, но неважно. Слушай, я так долго добирался до этой твоей деревни, зачем ты мне вообще координаты скинул? И вообще, я для тебя вот два яйца нашел, давай, пользуйся. Сразу же лотерея на лайк, благодарю. Итак, друзья, правила вы знаете, если прямо сейчас вылупляется курочка Джек, то вы ставите лайк. Если нет, то... Ну, можете поставить, можете не поставить, это вам решать. Все, поехали! Две попытки. Да, поехали. Так. Да! Да! С первого раза! Ребят. Ну все, можем продолжать. Блин, если бы сейчас вылупилось, было бы круто. Все, погнали, я тебе хочу показать свой дом, где я вообще здесь живу. Заходи. Ого, это твой дом? Да, ты, наверное, удивился, да? Ну, слушай, я вижу, вот здесь вот сидишь такой, играешь в Майнкрафт, запустил там программы для записи. Да, выходи уже. Нам не сюда, да, нам сюда. А, ты здесь живешь? Нет, я не здесь живу. Чего ты сюда вообще зашел? Это а где ты живешь? Это дом Боба. Вот как раз-таки житель вышел из моего дома, поэтому я тебя прошу заходить в него. А он в гостях у тебя был, да? Да. Чего? Чё такое? Подожди. Что? Раз, два, три, четыре. Чё за фигня? Подожди, а почему он такой длинный? Кто длинный? И все нормально. Заходи в дом. Да подожди, он 4 блока в длину. Да ты как? Я сам не знаю, я вот такого дома. Это вот я в деревню сюда пришел, вот дом такой нашел. Я офигел вообще, чувак, с него. Я прям в шоке был, реально. Это знаешь, как карлик нос, знаешь, читал книжку. Вот это то же самое. Я читать не умею, да, точно, я вспомнил, умею. Да. Ну, а что-то проходи. Вот такой вот домик. Это ты за сколько его это приобрел? Просто так зашел? 65 изумрудов, чувак, не 64, 65 изумрудов, да. Ну я бы за лук-батун такой купил бы. Если ты до сих пор не веришь, то давай выйдем из дома, и ты сам это увидишь, смотри. Типа... Да? Да, вот такие технологии в новой деревне. Это ж версия 1.17, дружище. Да что хотел, Заходи в дом давай быстрее. Как это сделано? Я тебе потом расскажу. Куда ты сейчас пойдешь? Направо или налево? Ой, точнее наоборот. Направо или налево? Я воспользуюсь считалочкой, давай. Один, два, три. Эники-пеники, ели-вареники. Раз, два, три. Ты... Вот давай туда, короче, я хочу налево. Ты сказал, другая считалочка, но вернулся к той. А, ладно, неважно. Так, а как и? С самого начала у меня дом супер гигантский. Ну, как ты мог видеть со стороны. В общем, хочу тебя попросить пройти очень легкое испытание. Это просто паркур. В конце тебя ждет сюрприз такой, который ты вообще не можешь ожидать. Это просто пушка. Слушай, ну я не умею паркурить. Ну придется. Если не сможешь, то я тогда тебе помогу его пропаркурить. Но в любом случае тебе нужно пропаркурить его. Фух, ладно, я давай. Готов. Ты веришь в меня? Да, я в тебя верю, давай, я тебя буду ждать здесь. А! Что? Как? Могу себе позволить. Молодец, Акаки. Ладно, Акаки, я знал, что для тебя это будет сложно, поэтому я тебе все упростил. Всю задачу упростил. Давай, просто вот паркурим. То есть спустя 4 дня записи ты решил добавить? Да, все, просто прыгай, чувак, просто прыгай. Так. Пожалуйста, не упади ты на этих. Все, я молодец. В смысле, еще? Да-да-да, паркур. Продолжай паркурить. О, да, я... Акаки, ты зачем щитерю? Иди, проходи заново. Чё? Ты чё, думал, я не замечу телепорт, что ли? Проходи заново. В смысле? Акаки? В смысле? Да как? Так, стоп! Стоп! Это уже из принципа! Привет! Что? Да как? Как? Да, попробовал. Ты еще его выпал. Фиксай, в смысле, как это работает? Так, все очень легко и просто. Ты берешь, проходишь паркур, и вот тебя в конце ожидает сюрприз. Я упал. Ты еще и упал здесь. Не, ну а как и? Если ты мне не веришь, то, что это дом самый обыкновенный, попробуй еще раз пройти. А давай так, я пойду налево, а ты пойдешь направо. Давай, без проблем. А как и готов на счет три? Раз, два, три, попрыгали. Фух, так, аккуратненько прыгаю. Так,
А Кай, ты где? Кай? Я уже дошел до конца. Я тоже дошел, а ты где? Сейчас, я выхожу. Такс. В смысле? Все, я иду, я здесь. Чего? А ты как там оказался, подожди? Ты опять читерил, да? Да не читерил я пошел налево, пропрыгал с первого раза к тому же. Потом вышел с правой стороны. О, боже мой, ты опять читеришь, ладно. Ты прям не читерил. Да, хорошо, конечно, рассказывай. Ладно, все, так уж и быть. Если ты не дошел до этого, я тебе покажу другой. Согласен? Окей, давай. Все, хорошо. Только подожди, ты сначала это, стой на месте, остановись здесь. Мне надо самому пройти сначала. Так, сейчас я. Такс, ага. Такс, ага. Значит, сюда. Потом сюда. Ага, все вроде получилось, да? Я изменился как-то? Ну, у тебя борода выросла на 0,1 миллиметр. А, ну отлично. Ну все, давай, теперь твоя очередь, иди, я за тобой. Так, ладно, я иду. Так. А, чего? Че? Подожди. А как, и видишь, здесь только одна рамка? Ну, вижу раз, два. А ты зайди сюда. Так. А ты пройди. В смысле, три рамки? Да, ты пройди, направо поверни. Так, привет. Чего? А как тебе это? Ты где? Чего? Да как? А вот так вот, мы и живем. Опачки, а как тебе вот это? Это как? Дружище, это все твое, забирай. Здесь в сундуках еще очень-очень много. Я же говорю, я богатый. Дом вообще гигантский, супер-классный. Подожди, ты кого обокрал? Я не расскажу. А, самое главное, смотри, возьми в среднем сундуке здесь окаэндры, они тебе понадобятся. Так, ладно, я взял все четыре. Все, отлично. Все четыре? Нет, только не надо, не ставь его! А, или ты про все четыре. А, я думал, все четыре. А, ладно, тогда не важно. А какие? Ну, теперь настало время возвращаться обратно. Давай. И как? Так, ладно, я найду выход, я умный, я молодец. Опа! Хорош, Акаки, молодец, сейчас я тоже выйду, так, секунду. Я уже иду, такс, и опа, все, я здесь, привет. Чего? Что такое? Почему ты вышел справа? Так я пошел просто, паркур еще раз прошел. Этот паркур как раз таки должен вести к этим алмазам, если что. Можно вопрос задать? Че? А кто тебе строил дом? Я не знаю, я его купил, я сам в шоке просто. Ладненько, пойдем с тобой дальше мы все-таки. Опять испытания какие-то? Не-не-не, я тебе просто дом показываю, дружище, ничего такого. Блин, а ты любишь читать, смотрю. Да, смотри, здесь какой-то злой гений сделал ужасное задание. Тебе надо будет найти кнопку. И... Ура! Кнопки! Вот, можешь прочитать, смотри, активируйте кнопку, чтобы лифт заработал. Нам нужно подняться на следующий этаж. Я как купил этот дом, я так и не смог подняться вообще туда наверх. Поэтому ты вот спец по кнопкам, поэтому я прошу твоей помощи. Можно я возьму вот эту книгу, как пройти Майнкрафт, если ты любишь кнопки? Да, бери, конечно. Прочитаешь ее. Я как раз таки вот она мне очень не нравится. Я считаю то, что она иу. Так, то есть у нас какое сейчас задание? Это активируйте кнопку, чтобы лифт заработал. То есть где-то здесь кнопка спрятана, что ли? Да, здесь есть кнопка, тебе нужно будет ее найти. Так. Ага. Здесь нет. Ага, так, где же она может находиться? Кнопка. Как, у тебя очень плохо получается кнопки искать, я тебе так скажу. Давай, ты сможешь, она вот прямо здесь, она рядышком, она прямо вот тебя видит и чувствует тебя. Ну ты же спец по кнопкам, ну не подведи ты. Так, ладно, а это паркур опять, да, какой-то? Да, это, ну тут не просто так эти же книжные полки, да, я понимаю, там книги были очень полезные, интересные, но может быть под ковриком она где-нибудь находится. Под ковриком? Да, под ковриком ключи хранят, кого ты пытаешься обмануть. А, ничего, ищи кнопку. Чувствую, где-то здесь она должна быть. Так, слушай, ты мылся сегодня, а? Да. Ладно. Хорош! Все, молодец, красавчик. Все, а теперь все, как и просто проходим, не стесняемся. Да, это зеркало в Майнкрафте, не удивляйся. Что за красивый человек на меня смотрит? Это я. Не, отойди. А какие? А ты посмотри теперь, как бы это, на... А, нет, а какие? Смотри, я сейчас сюда приду, а ты вот иди в обратную комнату. Окей, так, иду. О, фиксай! Привет. Здорово. А ты вообще понял, где мы с тобой находимся? А как им? Мы на потолке. Подожди, ну-ка, иди туда, я не понял, ну-ка, иди туда. Да, без проблем, Акаки, я тебя прекрасно вижу. Какой ты маленький. Да, ты такой большой. Ты вообще понял то, что мы с тобой на потолке находимся? Да, я понял, блин, а как это? Слушай, я хочу познакомиться с человеком, который делает тебе этот дом. Акаки, я, если честно, устал на потолке находиться, поэтому иди ты сюда, наверное. Окей. Я тебе буду, дружище, показывать другие.
другие тайны этого дома. А, подожди, я ж не знаю, какие точно. Я ж тоже впервые здесь. Ну да. Так, заходи сюда. Я прошу пройти вас вперед. Проходите, господин, да, давайте. Сюда, налево, да? Да, да, вот тебе просто вот заходите, так, заходите. Так, так, на верхнюю в коем случае не смотрите, не смотрите на верхнюю в коем случае, а какие? Как много комнат. Точнее... Кнопок, да, какие кнопок. Да. А какие? Наверх ни в коем случае не смотрите. Ты сказал, я не буду смотреть, я же... Вот, чё, вот, да, 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 отлично, такие не надо смотреть. А какие? Я вас попрошу прямо сейчас пройти данные опросы. Так, это четвертая загадка. Да, давай... это четвертая загадка, давайте пройдем к первой загадке. Сколько видов досок существует в Майнкрафте? Правильно, 5. Ты уверен? Конечно. Ладно. Пока. Итак, Акаки, первая загадка. Сколько досок всего существует в Майнкрафте? 8. Нажимай, нажимай, Акаки. Поздравляю, да? Нидритовый меч, острота. Да, 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 все правильно, возвращайся. Нифига, слушай, откуда? Фиксай, помнишь, ты издевался надо мной как-то раз? Акаки, я сам не знаю, откуда здесь эти мечи. Я не помню, как я над тобой издевался. Так, следующая загадка. Количество железа, необходимое для крафта наковальни. 31. Незеритовая кирка, эффективность 5, что? Подожди, ты как это делаешь? Стой, ладно. Итак, загадка номер 3. Рецепт зелья ускорения 2. Адский нарост сахара и светопыли. Ух, да, да. Ты что, издеваешься? Ты как это делаешь? Ладно, загадка номер 4. Что больше всего утоляет голод? Жареная свинина. О, спасибо. Незритовый топор, прекрасно. В смысле, ты собрал мою награду? Загадка номер 5. Сколько по времени длятся игровые сутки в Майнкрафт? 20 минут, это только ребенок не знает. Как ты это делаешь? Так, и последняя там вроде загадка, да? В каком году был создан Майнкрафт? А вот это самое сложное. И чтобы ты рядом у меня не стоял, я отвечу. 2009. Я в шоке. Ладно, хорошо, ты молодец. Что там в сундуке? Ока Эндера получил? Ока Эндера, да, 4 штуки, у меня теперь 8. Отлично, все, теперь можем идти дальше. На потолок можешь не смотреть. Да-да-да, забей, забей вообще на потолок. Да-да. Не-не-не-не, все, проходи дальше, проходи дальше. Я подумал, опять какая-то фигня здесь происходит. Так, тихо-тихо, стой, не прыгай, не прыгай. Я сейчас проверю кое-что. А ну-ка. Ага, вот так. Фиксай. Отлично. Такс. Ага. Чего? Сейчас я прилечу. Тут надо. Ага, аккуратненько вот так вот. Ты куда летишь? Такс. В смысле, что? Почему ты летишь вниз и появляешься вверху? Это как? Ты о чем? Это ты типа поднимался с самых низов или что? В смысле, так я здесь, алло. Че? Да-да, поднимайся, какие. Подниматься или спускаться? Так, поднимайся, вот я здесь. Так, ладно. Ай, больно! Тихо, что ты, приземлишься ко мне? О! Ай! А ты где? Я здесь. Так, ладно, стоп, ладно. В смысле? Как-то ты странно спустился, я же тебя просил подняться. Да ты как бы просил меня подняться, я поднимался с самых низов, как бы, и я поэтому решил спуститься вниз и подняться. О! Давай, хорош, молодец. О, это было жестко. А зачем ты меня ударил, кстати? Не знаю. А смотри, здесь, в общем-то, ферма, гигантская ферма, офигеть, смотри. Капец, стой на месте, я сейчас пойду проверю, может там еще какие-нибудь фермы есть. Так. О, здесь тоже, смотри, тут сладкие ягоды есть. Так, а тут что? Тоже сладкие ягоды, офигеть. Такс, чё ты здесь? Еще сладкие ягоды, капец. Чего? Что такое? Такс, ага, вот еще. Офигеть, тут так много сладких ягод. Это вообще, это хватит на не знаю сколько лет. Так, может быть, там еще что-то есть? Сейчас я проверю. Такс, и тут тоже! Офигеть! Слушай, это, походу, бесконечная ферма сладких ягод вообще. Я в шоке просто. Короче, Каки, я все проверил, там куча сладких ягод. Ты шел туда! Как ты вышел оттуда? Как ты? Почему ты несколько раз пробегал мимо меня? Я не знаю, о чем ты говоришь. Пойдем лучше. Так смотри, так пойдем обратно, и ты сам все убедишься. Иди за мной. Погнали. Ты где? В комнате. А ты где? Ну, я в комнате тебя жду. Я тоже в комнате. А где ты? Ты в какой комнате меня ждешь? Ты где? Я здесь, алло. Ё-моё, ты че меня так... Почему у тебя так много вообще комнат со сладкими ягодами? Я не знаю, я люблю сладости. Я повар, буду делать сладости. Я конфетти делаю каждый день. Слушай, у меня тогда есть для тебя анекдот. А, давай. Повар спрашивает повара. А, дай куда продолжение. Какова твоя профессия, повар? Может быть, ты полицейский? Нет. Там так было, да? Ну, к сожалению, да. А. Ну ладно, все. О, смотри, какая-то комната есть еще одна. Погнали, здесь луки. Какие-то луки есть, да. Это не батуны, кстати, если ты не знал. Ну да, я таки. Подожди. Стой. А какие? Я бы тебе не советовал туда смотреть. Куда? Ну, подожди, вот там ферма, да? Так. Ферма, получается. Так. А если. Ну, как бы, как тебе сказать, а какие?
Опять испытание? Да подожди, в смысле? Так, ты меня отвлекаешь все время. Его испытания, видите ли, удивили. То есть вот здесь стена, мы вот так обходим... Как? Ты меня решил с ума свести или что? Да, походу немножко. Да я сам с ума схожу. Я так понял, нам сейчас придется с тобой стрелять, да? Да, только лук-то у нас один, поэтому стреляй какие. У меня как бы лук-батон есть еще, но это уже другая история. А какие? Стреляй куда тебе захочется. Стреляй туда. Да, тут мишени есть. Промазал. Стреляй в самые-самые дальние. Вау! Одну отстрелил уже. Я не вижу даже, куда я сейчас стреляю. Вроде ниже надо. Опа! Блин, а тут фейерверки клевые. Подожди, мне изумрудный блок выпал и трезубец. О, классно, что еще выпает? Помнишь, я тебе говорил про окаэндера? Тебе должны были выпасть окаэндера. Мне еще не выпали. А они должны выпасть, что ли? Да, конечно, стреляй. Опа, блин, почти попал. А как у тебя еще не задета последняя цель? Во, прекрасно, что выпало? Слушай, мне выпали, у меня 4. Да, все, прекрасно, тогда можем возвращаться. 12 штук, идеально просто, погнали со мной дальше. Такс, Акаки. Мне страшно тебе об этом говорить, но ты готов? Стой, Акаки. Так, ладно. Ты готов? Так, Там мир, где все ненавидят кнопки? Да, мы прямо сейчас отправимся с тобой в Энд. Ты не просто так собирал все эти окендеры все это время. Просто так все это было, Акаки. Все, ты готов? Я полностью настроен. Аккуратно, тихо. Я мужик. Я классный, давай. Акаки, отвернись. Хорошо. Иди дальше. Ты готов? На счет три. Давай. Раз. Два. Три. Чего? Быстро! Как ты? Сюда перенес? Это миниатюрный Энд. Прямо у себя дома. Там дракон еще такой маленький летает. Знаешь, что я тебе самое интересное расскажу? Как это сделано? Я не знаю, но здесь это чего? Это что, я теперь должен... Так, ладно, я готовился к этому, я готовился миллион лет, я тренировался, я смогу победить этого дракона. А тебя вот это совсем не удивляет? Что именно? Сейчас, я спущусь, покажу тебе. Акаки, как там убивается дракон? Да я уже две снес эти башни, осталось третья. А ты посмотри на вход. А где вход? Так, я забыл, где самая высокая башня. Самая высокая башня? Привет! Привет, мелюзга! Помоги, можно выстрелить в эти все? Конечно, могу, погоди секунду! Опа! Все, я здесь! Фух! Все, можем его убивать! Я буду в него стрелять, ты стреляй в него! Во! Да, давай, без проблем! Сейчас я тебе помогу! Я вот эти вот буду сносить! Ты снес там? Да! А как я, чтобы выбраться из этого дома, тебе придется уничтожить дракона! Ну так уже быть, я тебе помогу в этом! Я вон ту не смогу снести, походу! У меня нет... Хотя могу... Да, конечно! Все! Дракона больше нет! Ах, ты его убил с одного удара! А как я, прости, но мне нужно бежать! Все, я побежал, давай, до скорого! А как я, если что, можешь за мной... Пока! Опачки! Прыгаем вниз и... Ух, все. Так, в смысле, почему я должен бежать отсюда? Так, сейчас мир взорвется. Нет, он не взорвется. Прыгай, Акаки, прыгай! Чего? Ну, кажись, ты выбрался из дома. Ух, Акаки, все, я думаю, Добби собой, поэтому может спокойно выходить из этого дома. Все эти мучения бы закончены. Я, знаешь, я больше, наверное, не буду к тебе в гости ходить. Да, я, в принципе, так и понял уже. А вот так, кто его знал, то, что в таком маленьком-маленьком домике может скрываться столько тайностей? Да, Акаки, да. Да, я с ума сошел уже, кстати. Да, ну иди лечись там в психушке. Там как раз-таки у меня адрес есть один. А, ты уже решил чей-то дом поселиться, да? Ну, я так, в принципе, понял. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился этот безумный ролик. Надеюсь, то, что у вас мозг не взорвался от такого количества безумностей, головоломок, загадок и вообще всего остального. Огромное спасибо за просмотр. А для вас старался Фиксай, а также Акаки. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Пока!